уважаемые зрители, очередные часы на канале. Это часы известной китайской фирмы Мегир, модель AC3005. Пришли они мне вот в таком вот упаковочном материале. Табличка Мегир, собственно. Что-то тут написано, модель, видимо. И вот китайские иероглифы, видимо, говорят о том, что это Мегир. Здесь пупырочка. Давайте самое сейчас интересное мы снимем. Значит, никаких инструкций, ничего нет, но здесь достаточно все просто. Значит, первым делом снимаем эту штучку. Далее. Вот они такие, видите, часики. Все в целлофане. Ремешок в целлофане. Фирменная наклейка Мегир. Но сделано достаточно грубо. Поскольку, видите, R залезает непосредственно на ремешок. Ну ладно. Дальше раскрываем остальной целлофан. Пока раскрываю, рассказываю. Значит, посылка шла 9 дней. Стоимость этих часов 1673 рубля на момент, когда я их покупал. Сейчас не знаю, сколько они стоят. Так, это надо убрать. Есть такое дело. Итак, смотрите, как они выглядят очень нестандартно. Видите, как? Не совсем, казалось бы, правильно, да? Итак, часы Мегир. Модель AC3005. Циферблат. Стандартный циферблат. Часы кварцевые, соответственно. Циферблат стандартный, я имею в виду стрелки, часовая, минутная, секундная. И присутствует еще три циферблата. Один циферблат, это у нас отражает 24-часовое значение времени. И два циферблата, это секундомер. Значит, как работает? Вот мы включаем. Вот видите, пошла стрелка секундомера. Можем остановить. И продолжить. Но можно остановить и так, для засечки времени. Смотрите, если нажать вот эту кнопочку, то он, как бы, можно посмотреть время промежуточное, и дальше он нагоняет, как бы, свой отсчет. Это считается секунды, циферблат она в районе 9 часов, в районе 6 часов это минутные. Видите? Видим на циферблате фирменную, опять же, на логотип Мегир. И вот, ну, видимо, это для красоты. Видите, вверху на уровне 12 часов здесь написано 6000. Что это значит? Ну, сложно сказать. Есть такие часы Tahoe швейцарские. Вот у них это что-то значит. А здесь, видимо, это красота. Но здесь смотрите, как оригинально сделано. Значит, вес этих часов 151 грамм. Диаметр 43 по бизелю, толщина 17 миллиметров, это вот тут вот в середине, ширина ремешка 20 миллиметров, длина 22 сантиметра. Водонепроницаемость, как пишут, water resistance 30 метров и 3 атмосферы, ну то есть брызги дождя, может быть, они никак не отреагируют. Но смотрите, как сделана нижняя крышка, да? Ну, соответственно, это головка для подвода часов самих. Сами часы прекрасно все регулируются. Так, сколько сейчас время? Ага. Где-то так, да? Да. Так, материал стекло.
Вот это основное. Это стекло обычное. Очень жаль, что обычное стекло. Так. Ну что? Достаточно такие строгие часы. Говорят, что стрелки покрыты светоотражающей какой-то поверхностью. Ну, посмотрим, как это все будет. Ну, мне нравится. На руке сидят они вот так. Ремешок, конечно, большой. Но это можно сделать совершенно спокойно, уменьшить его. Вот так. Ну, на моей руке достаточно прикольно. Вот такие вот часы Мигер. Вот эти часики мне очень нравятся. Посмотрим, как они будут работать. Ну что, для особо жаждущих попробуем открутить. Тут я смотрю болты. Давайте попробуем. Болтики откручены. Ага, вот он. И весь механизм. Смотрите. Интересно. Значит, резиночка присутствует. Смотрите. Механизм стоит. Видно? Модель PE90. Батареечка, опять же, присутствует. Сейчас мы посмотрим. Модель PE90 NO10 Jewels. Батарейка SR92 920 SV. Вот, поэтому основание, смотрите, какое-то мощное, да? Мощное основание. Не знаю, тут, наверное, стекло закрашено. Ну, вот такое. Прикольное, смотрите. Ну. Ладно. Так, особо жаждущие получили удовлетворение. Теперь надо их правильно закрутить. Правильно, по-моему, так, да. Так, вот такие часики Мигер. Смотрите, магазин называется Time Wolf. Продавца рекомендую, потому что тоже посылка шла всего лишь 9 дней. Продавец очень контактный, сразу выслал. Ну, такие вот оригинальные часы Мигер. На этом наш обзор заканчивается. Всем здоровья, счастья, до свидания.